Мир криптографии стремительно развивается. Существует множество децентрализованных блокчейнов и проектов. Но со временем мы сталкиваемся с различного рода сложностями, например, скоростью транзакций, безопасностью, функционалом или любыми другими ограничениями. На смену предыдущих решений пришел проект Axelar, чтобы решить очень нужные вещи. Axelar – это кроссчейн-платформа с расширением возможностей разработчиков приложений и блокчейн-экосистем. Axelar – это децентрализованная сеть, которая решает проблему выбора. Теперь разработчики смогут создавать уникальные проекты на базе двух или более цепочек. Проект позволяет быстро обмениваться данными между несколькими блокчейнами и экосистемами, говорящими на разных языках, и набора протоколов с программными интерфейсами приложения, облегчая приложениям выполнять межцепочные запросы. Axelar способен быстро взаимодействовать с функционалом существующих блокчейнов, таких как Bitcoin, Stellar, Algorand, Terra, а также с проектами функциональной совместимости, такие как Cosmos, Avalanche, Ethereum, Polkadot. Этот список будет регулярно пополняться новыми сетями, ведь сейчас век развития. Развитие Web3 и важно связывать сети между собой. Проще говоря, Axelar предоставит возможность разработчикам приложений упростить себе жизнь, создавая приложение, используя универсальный протокол и API без развертывания собственных межцепочечных протоколов. То есть, также не придется переписывать приложение по мере разработки новых мостов. Появится возможность обойтись отдельного написания кодов для каждой сети, например, для эфира, полигона, космоса и так далее. Все это решает проект Axelar. Суть такая, что находясь внутри одного блокчейна избежать дополнительной сложности с переключением различных сетей, как внутри MetaMask, например. То есть, мы будем находиться внутри одной сети, которая интегрирована в Axelar. Это очень удобная и необходимая для простоты вещь, которая позволит избежать лишних активностей с переключением сетей и так далее. Но также помимо разработчиков нельзя забывать и про обычных пользователей, которые далеки от сложных технологий, и Axelar также предоставит возможность быстро обменивать одни токены на другие и переводить их между несколькими счетами. Axelar Network отвечает за обеспечение сетевых запросов. Чтобы обрабатывать кросс-чейн запросы, сети необходим консенсус. Протокол выполняется валидаторами, подтверждающими или отклоняющими сетевые запросы. Консенсус регулирует переход данных в разные состояния, и он необходим для согласования действий внутри сети и обеспечения ее надежности. Сеть Axelar делает взаимодействие блокчейнов быстрым и полностью безопасным, без необходимости вносить изменения в свои готовые цепочки для интеграции в приложение на базе другого блокчейна. Например, разработчик приложения на базе Polkadot хочет использовать инструменты блокчейна Ethereum. Все это объединить поможет Axelar. Разработчики смогут создавать приложения на базе любого блокчейна, при этом не отказываясь от взаимодействия с другими. Пользователи смогут с легкостью переводить или конвертировать токены быстро и с минимальной комиссией. Также держатели токенов платформы смогут голосовать за предложения по развитию проекта. А лучшие авторы будут награждаться. Axelar объединяет абсолютно любые блокчейны и предлагает гибкий набор инструментов, упрощающих процесс взаимодействия между двумя или более блокчейнами. Plug-and-play интеграция освобождает разработчиков от сложных реализаций задач по связи между собой блокчейнов с минимальными усилиями. Кросс-чейн маршрутизация. Корректная работа соединения сетевых адресов в приложении маршрутизации будет на автоматическом уровне. Также поддержка возможности обновления. При обновлении блокчейна нарушений связи не произойдет, перезаписывать логику перехода не придется. Единый язык для приложений. Протокол для блокировки, разблокировки, передачи и взаимодействия с другими приложениями. Поддерживает любой веб-сервис. Axelar – децентрализованная платформа с надежной защитой от сбоев и высоким уровнем безопасности. Нагрузка на сеть минимальная. Она обрабатывает только информацию с контрактами на шлюз и межсетевыми транзакциями. Спонсоры данного проекта достаточно известны. Это Polychain Capital, Coinbase Ventures, Binance, Hypersphere и другие. В данный момент проходит закрытый тестнет, в который я попал. Тестнет весьма интересный и требует большой концентрации внимания. Также видим, что команда состоит из очень мощных инженеров с большим опытом работы. Всех впечатляющие кофаундеры и члены-основатели из команды Algorand – это Сергей Горбунов и Джорджес Влачес. Также нам знакома уже Кейт, она взаимодействует с нами в Discord, и остальные участники также сильные инженеры, повторюсь, с большим опытом работы. Мы имеем полный список проектов, с которыми Axelar уже взаимодействует, и их уже достаточно много. Особенно
Особенно хочется отметить такие проекты, как Avalanche, Kepler, Terra, Moonbeam, Polygon, Cosmos Station и другие. Все они будут добавляться постепенно на сайте xlr.network. Переходите по ссылке в описании, подписывайтесь на обновления, и возможно у вас будет шанс поучаствовать в тестнете и попасть в вейтлист как ранний пользователь. У разработчиков в планах выстроить целую экосистему приложений и разных кейсов вокруг проекта для взаимодействия блокчейнов без ограничений. Итак, я считаю, что проект приносит в мир криптографии и Web3 весьма полезные и необходимые решения, которые мы так долго ждали. Ведь дефицитность такого решения сохраняется и всегда была сложность для множества пользователей обмениваться токенами из одной сети в другую через различные мосты, которые не все знают или не все понимают. Но XLR включает в себя все сразу и при этом предоставляет разработчикам неограниченные возможности для реализации различных решений к развитию и дальнейшему масштабированию идей. Рекомендую следить за проектом и активно участвовать. Присоединяйтесь к Discord и Telegram. Все ссылки будут в описании. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки и до встречи.